Привет всем, меня зовут Антон Севидов, я солист группы Tesla Boy. Друзья, группа Tesla Boy начинает запись третьего альбома, и мы приглашаем всех вас поучаствовать в этом проекте. Последние несколько месяцев мы не теряли время даром. Ваш покорный слуга очень много работал над новым материалом и сочинил большое количество новых песен. Я боюсь, что все они даже не уместятся в этой пластинке. Но лучшие из них обязательно попадут туда. Совместно с ребятами мы подготовили все демозаписи. Подготовительный этап работы над этой пластинкой практически уже завершен. И теперь мы готовы приступить к основной фазе, это непосредственно записи альбома группы Tesla Boy. Как многие из вас, наверное, знают, и предыдущие записи группы Tesla Boy были сделаны при участии западных саунд-продюсеров и музыкантов, хотя большая часть была записана вот в этой московской студии. В этот раз мы решили пойти дальше и практически все сделать за границей с западными музыкантами, с западными инженерами в серьезных больших студиях. И это не потому, что мы хотим потом с пафосом рассказывать о том, что мы записали альбом в Америке или еще где-то. На самом деле это просто из-за того, что мы действительно верим в развитие, мы верим и ощущаем важность того, что вещи должны становиться более крутыми, что мы должны выходить на более высокий уровень. Потому что, не знаю, я чувствую ответственность за российскую музыку, которую мы представляем за границей, я никогда не скрываю, что мы российская группа. И каждый раз, когда после концертов за границей в Калифорнии или в Техасе ко мне подходили люди и спрашивали, откуда вы, не знаю, что мы из России, я с гордостью и с радостью говорил, что я из России. Поэтому, друзья, в каком-то смысле мы предлагаем вам поучаствовать в проекте, который будет представлять нашу страну на международном уровне. И именно поэтому в этот раз мы хотим сделать все действительно круто, здорово и на самом высоком уровне. Итак, мы начинаем проект. Запись третьего альбома группы Tesla Boy.